Современная биомедицинская наука использует фундаментальное свойство нервной ткани, а именно способность возбуждаться под воздействием электрического импульса. Поговорим о последних технических разработках и о возможных перспективах. Среди побочных эффектов можно отметить кратковременную потерю памяти, просто весь мозг сожжем по дороге. А какой-то ответ уже иммунной системы возвращался. Да, транскраниальная магнитная стимуляция обеспечивает некую нейропластичность. Тишина – это не очень. Да. Главный регулирующий орган пищи, и получается, что не только в Америке, но и в мире. Иногда риски не так сильно преувеличиваются по сравнению с потенциальной пользой. Наличие даже небольшого нейростимулятора где-то в нашей коре, это будет просто новой нормой. Это замкнутый круг такой. Да.